Ух, нихуя себе, ебать. Где нихуя? Ебать. Где нихуя? Не знаю. У него между ног. Ютубер, блин. Ебать. Он ютуб снимает. Посмотри, там кнопка серебряная. Да ну нахуй, брат, её брать надо по-любому. Да не бойся, я ничего не снимаю, я просто сижу сам. Мне так уже говорили, в итоге меня выкладили. Выкладили? Кто тебя выкладал? Видел, сейчас я тебе покажу. Мне так потом... А я там бухая, такая страшная. Ай, блин, а сейчас нет? Она не услышала, все нормально. Все, открывает. Нет, я не такой человек, не бойся. Ты меня точно не выкладишь? Ну, ты сейчас же нормально выглядишь. Но я не хочу, чтобы меня выкладили. Блять, почему выкладили? Можешь слово «к» убрать оттуда? Выложи, Влад. Все, молодец, умница. Зайка, посмотри, пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня выложили. Хорошо, как тебя зовут? Очень-очень. Меня зовут Муниса. Ты узбечка? Да. Охуеть. И ты узбек? Нет, я не узбек. Ты таджик? Мачистый, тошке лима, путы бермима, гальстима, пальстима. А что у вас за канал на ютубе? Да, у меня... 3 дыра ТВ. Не могу. 3 дыра ТВ. Напиши, пожалуйста, я сейчас пойду посмотрю. А, 3 дыра ТВ. Я не умею писать. У меня тут нету чата. А, вот есть. Так. Вот. Такие сейчас там все с чатурлетками сидят. Блин, я так надеюсь, что ты реально не снимаешь. Уже поздно. Ты прекрасно выглядишь, Муниса Резаева. Ой. Я не Резаева. Я понимаю, я прекрасно выгляжу, но я не хочу светиться где-либо. Почему? Не хочу я. Да ты в инсте ищешь? Нет, а в инсте надо? Да, в инсте поищи, на ютуб не заходи. Я на ютуб ничего не снимаю. Муниса, нет. А подруге сколько лет? 19. Ух, нихуя, судьба. А вот тебе сколько? Как ты думаешь? 21. А тебе сколько? 19. И мне 19. Я тебе серьезно? А ты где живешь? В Москве, я ты. А ты где работаешь? Я не работаю. А как ты зарабатываешь? Родители. Хорошо. Ничем другим не занимаешься? Там криминальным, нелегальным? Нет. Ты якут? Якут? Да. Я узбек. Ты видел уже меня? Что-то я не могу найти. Да вот, просто напиши Шохруз Якудза. Бля, я чё тормоз. Дайте по душе поговорить. Да-да-да, я. Подпишись, я тебе сразу же взаимную подписку сделаю. Я не верю, ты не подпишешься. Так я подпишусь, ты просто свою инсту напиши тут, чтобы я знал, как твоя инста. Только смотри, не пропусти. Просто я скоро в Москву лечу, если хочешь, мы увидимся, как бы... Давай. Безотказно давай? Прям сразу так? Ну, ты вроде бы нормальный. Хорошо. Ну ладно, нет. Ну ладно, вот нет, я ждал. Потому что, когда девушка говорит нет, парень должен добиться до конца встречи, понимаешь, по-любому. Теперь я вообще не хочу с тобой встречаться. Да ну нахуй, зачем я вообще рот открыл, бля?
Униса, ладно, шутки шутками, напиши свой инсту. Ты уже написала? ХММММММ Муниса, да, понял. Подпишись на него тоже. А подруга как выглядит? Или она не хочет... Она красивая. Не, я понимаю. Я, конечно, знаю, что она красивая очень. Просто она не показывает себя. Покажись. Я никуда не... Я, ладно, ну... Я не... Это кто мне пишет-то? Это ты? Что? Тоже узбек МСС? Нет. Она тачечка. Я... Я не знаю, тут видно или нет, похуй. Рафтем бачу. У тебя стрим, ёшкин матрёшки. Да нет у меня никакого стрима, Муниса, ты издеваешься, что ли? Я тебя убил. Я тебе отвечаю, у тебя стрим. Нет, нет, нет. Даже если стрим, короче, если ты меня найдешь, ты меня хочешь, убей. Зачем? Она берет мужские письки в рот. Слышал такую песню? Зачем он скриншот сделал? Я не делал никак... Я никакого скриншота не делаю. Я просто с вами общаюсь. Ёшкин матрёшки. Сколько комнатная ваша квартира? Однокомнатная. Однокомнатная? Кто тебе написал? Да. Ладно. Сейчас я приду в себя чуть-чуть. Ух, что-то я покраснела аж. Да все нормально, Муниса этот не делал. Ладно. Давай по сути, по факту поговорим. Что ты хочешь в жизни? Успешного мужика или вечно любящего мужика? Блин, и то, и то хочется на самом деле. Ну ты такого... А можно сделать так, чтобы тебя твой мужчина любил, а потом таким образом... А вы вместе заработали, давайте... да? С нуля поднялись вместе. Вот, ты когда начнешь своему мужчине давать свою любовь и заботу, вы будете так вместе подниматься. А, подниматься. Смотри, ты находишь себе мужика, который ничего не зарабатывает, но очень сильно тебя любит, и ты в него влюблена. Родители перестают давать тебе деньги. Угу. Что дальше происходит? У тебя больше не будет маникюра. У тебя не будет денег. Я сама себе его делаю. Окей, у тебя будет маникюр. Угу. У тебя не будет денег на макияж? Или у тебя годовой запас макияжа? У меня очень много косметики. Ну хорошо, тогда... Что пишет? Блядь, что мне сказать еще? Мне скидывают твой стрим. Бандит на связи. Да как это они меня нашли? Ну ты же свою инсту написала мне. Шаксрус Инстаграм, да. А вираги подчеркиваем. Ну, а они мне в Телеграме все это проблемы. Все, теперь ты звезда, ты теперь знаменитая, понимаешь? Ты теперь знаменитая, ты должна теперь рекламу продавать в Инстаграме. Я вообще нахуй не слышу. Сабрина меня, как зовут? Чё? А что случилось? Они в Москве или в Узбекистане? Они везде, они по всему миру. Они везде. На самом деле, я бы не подумала, что ты стример, правда. Если ну так что, это... ты не против встречи в Москве? Я подумаю. Нет, я против. А с чего такое решение сразу? Ну ты же сказал, девушку надо добиваться, так добивайся. В чем суть, я не понял, где логика? Ну ты сам, я тебе сначала ответила да, потом ты такой говоришь, ну как там нужно там то все. Ты запутался. Я вообще ничего не понимаю, это типа я как должен тебя добиваться, прилететь? Если ты отказалась от встречи, что мне там год прожить, чтобы тебе каждый день... Нет, ну не до такой степени, ты что, я вообще, думаешь, что я вообще больная? Я не такая... Да ладно, потом обсудим. Хорошо, если что, я тебе в инсту напишу. Окей.
Бля, Мадина меня убьет. Мадина, не ревнуй. Ладно, Муниса, я съебался. Давайте, доброго вам. Если что, мы здесь спишемся. Взаимно. Я в ахуе, типа...